Приветствую вас на канале Asmodee Play. Мы продолжаем играть Call of Duty. Итак, продолжение. После берега, что у нас там идет? После, ну, берег, да, пляж, как они называли. Пляж там уже с натяжкой называется. Операция Кобра. 7 недель со дня высадки. Надо прорваться из Нормандии, и мы идем вглубь на захват Мариньи. Так мы получим контроль над дорогами и пройдем по Франции до Парижа. Освобождение близко. 7 недель со дня высадки, надо прорваться. Ну что ж. Начать операцию, выбор сложности. Какая выбор сложности? Обыкновенный выбор сложности. По КТ какой-то. Справляемся, я бы сказал, прекрасно. Пирсон так не считает. Но он вечно недоволен. Может быть, к Рождеству я уже буду дома, с парочкой медалек на груди. Но сначала надо взять Мариньи. Шмелинг против Ламоты. Шмелинг послал бы Ламоту в нокаут. Ну не, Шмелинг нацист, я бы его пристрелил. Его сделали кумиром, у него не было выбора. У всех есть выбор. А Ницше говорил, что есть только сильные... А, хватит, умник, ладно. Льюис и Шугар Рэй Робинсон. Если Льюис такой, как в 38-м, то Робинсон, конечно. Да. Смотри, как ты вернулся. Думал, ты еще не скоро. Услышав, что крутые сукины сыны собрались брать Мариньи? Все идет по плану. К Рождеству будем дома. Не стой столбом, покажи. Ладно. Неплохо, а? Видал и похуже. Рад, что ты снова в строю. Рад вернуться, сэр. Ладно, парни. Есть уникальная возможность. Это наш шанс вырваться с плацдарма. Будет непросто. За всеми кустами сидят фрицы и в районе видели их бронетехнику. Но если возьмем и удержим Мариньи, все дороги наши. И раз Цусман получил ножом в живот, и вот он как новенький, я могу на нас поставить. Всегда ставь на победителя. Для Тернера защищать нас — дело чести. Пойдем. Только война все время это не мешала. Если не война, что бы тогда нас защищать? Ну что ж, а вам напоминаю, что вы находитесь на канале Asmodee Play. Кто не подписан, подписывайтесь. Сесть на танк. Вот, садись. Ага, удержит. Не нажатием. Вроде такие раны заживают по 8 недель. Я готов, сержант. Честное слово. А, честное слово. Оно же ничего не стоит. Значит, ты готов? Прямо как новенький, сэр. Пусти паренька. У тебя кишка не тонка. Просто не показывай ее всем. Танки, поехали! Смотри, знаешь, сколько там. Зашили немножко. Смотрите крепче! Будет трясти! Все как обычно. Пирсону ты нравишься. Хм. Как льву сырое мясо. Давайте, кто? Пошли, спички. Пошли. Спички-то вроде наши. Уже современные. Хотя могу ошибаться. А ты неплохо держишься. Ха. А ты сам как? Не мог пропустить все веселье. Эй, Пирсон запрещает веселье. Знаете, почему вас гнобит? Кассери! Потерял там лучших друзей. Он там получил 15-ю статью и понижение. Он уперся рогом, и все его люди погибли. Это был кошмар. Резня. Нацисты озверели. Мы выжили только потому, что они не перекрыли западный вход. Из-за этого засранца мы чуть все не потеряли. Тернер этого не забыл. Рапорт на него подал именно он. Но Пирсон думает, что если сделает из вас вояк, смоет пятно. Только смываем мы. Да, ты все понял. Поэтому он все не уймется. Даже на убийство пойдет. За что бы я убил? За жрачку. Ты только что ужинал. Говно на палке, а не ужин. Эй, как насчет шашлыка? Хороший вкус у тебя. На что они надеялись? В открытом гробу не похоронить. Эй, это же чей-то сын. Не, это Фриц. Да, Дэниелс прав. Не все они гады. Они дали нам Кеплера, Моцарта. Хорошо, студент. Марлен Дитрих. Вот это уже лучше. И не забудь об их изобретениях.
Печатный пресс, микроскоп, сосиски. Вы меня убиваете. Вы это слышите? Летит сюда. Two beer, dry сосиска. Ну вот, пора. Вперед. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Уходим с дороги. Делаем крюк. Живо. Надо защитить наши шерманы. Вдалеке стреляют зениты. Мы должны захватить одну из них и сбить штуки. Штуки? Собьем. У меня тут на вас всех припасено. Враги на втором этаже. Давай. Блин, чуть вас не перебил. Чё, не нравится? На. Это еще начало, только подожди. Ну ничего, патронов жалко. Сейчас будем избавляться еще от него. На. Давай. Три патрона. Вот так, как раз на тебя. Так. Вот теперь. Давай, перезарядим. Так. Так. Враги кончаемые, были бесконечно. Чего вы там? Стой, стой, стой. Тихо, 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 блин. Я не все понимаю, что вы говорите. Сюда. Давайте, я для вас все делаю-то. Пацаны. Конечно, чисто. Идем в поля. Надо догнать наши танки. Подождите вы. Погонщики. Мне... Ну-ка, дай-ка я. Какие тут сошки-то собрать? Ага, вот все. Собрали сошки. Сейчас, погоди. Где вы там? Рассыпную! Вперед! Десните! Сейчас, подождите, я перезаряжу. Подожди, перезаряжу. И вот так вот. Давай. Еще 25 патронов. Давайте, они уже бегут. Давим их. Давай. Хоп.
нормально. Так. Используем аптечку. Мне вот только... Где вы? Целитель. Целитель. Давай. Вот так. На. Кто еще тут сдаться хочет? Ой-ой-ой-ой. Штуки сносят наши танки. Танкам нужна наша помощь. Мы возьмем зенитку за этими. Так. Мы возьмем зенитку. Берите. Вот эта зенитка. Сейчас мы берем право, чтобы помочь нашим танкам. Давай, на-на. Подождите. Давай. Я для вас, смотрите, как там все подготовил. Стреляй, не хочу. Садись на зенитку и уничтожь эти штуки. Давай. Подожди. Мне только добежать надо. Подожди, подожди. Вот мой выход, ребята. Вот они. На час. На. Есть один. Подожди. Где, где, где? Куда? Парень по радио явно взбешен. Крауты не понимают, в чем дело. Не вижу. На 11. На. Попал. Попал. Они все поняли. Штуки атакуют нашу позицию. Подождите. Да вижу, что наверху. Цель уничтожена. Так. Прямо по курсу. Что? Даже не видел. На 3 часа. Да. Так, сойдет. Да. Они в меня врезаются. Сколько мне тут? Кончились. Отлично, Дэниелс. Какой я молодец. Эй, ты Перес. Эй, Перес. Ты как? Они убили моего приятеля Милза, но мы их здорово помяли. Враги впереди, копались с паками. Надо их выбить. Хорошо, Пирсон. Бери боевую группу и займите позицию для прикрытия. Когда вы подавите паки, я с Пересом поведу основные силы. Есть, сэр. Дэниел, Сусман, вы со мной, идем. Пойдем. Сейчас мы взять выгодную позицию. Перес сказал паки. Что это такое? Артиллерия фрицев. Противотанковая. Водную не читал? И что нам делать с артиллерией? А вот я и сам. Использовать ее. Это наш. П-47. Так. Черт. Надо было раньше добраться до зенитки. Ты не виноват. Да. Это же гражданские. Уж что-что, но я-то точно не виноват. Ну, конечно, студент. Сюда. Мы же сражаемся. Вот хорошая позиция. Что-то мы как-то в окружную прошли. Давайте бинокли! Вон Перес и его парни. Так, мы их видим. Тут самое пекло. Нам нужно снять расчеты паков.
Понятно. Всем открыть огонь! Вижу два парка. На. Так. Не беспокойтесь. Давай. Сейчас мы их. На. Все чисто. Берегись. Не куришь, нет? Давайте. За кустами еще. Сержант, дайте их позиции. Держитесь за танками. Всем за танки. Так. Что с тобой такое? Тут нет противника. Тут как-то можно было использовать? Нет. Ну чё? Держитесь за танками. Держитесь за танками. Всем танкам вперед. Давай. Не выходи из-за танков. Прячься за танками. Роты побежали из окопа. Куда так? Где они? Где они? Не беспокойся. Всякую шушеру то уж я. Тихо, тихо. Вы что-то медленно как-то, ребята, двигаетесь. Ага. Все не то. Блин. Сержант, дайте их позиции. Да, фрицы, мы разорвем вас. Давай. Вот сюда, да, пойду я? Стой, 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 стой. Дай-ка я. Давай мне. Мне нужна аптечка. Бам. На. Кто тут остался? Занять позицию для снайперской. На. Так, лучше с тобой разговаривать. Уничтожить. Хорошо. Так. Понятно. Подожди, подлечусь. На. Так, нормально. Спасибо за поддержку, Дэниел. Так. Кто еще? Подождите. Где-то тут был. Давайте-ка. Я его с собой заберу. Так, прорваться. Давай, давай. Вперед, зачистим окопы.
Да как опыта зачистим, мне в них еще попасть надо. Ты дебил, что ли? Они сдаются, не стрелять! Кто? Кто где сдается? Эй, это Тёрнер! Они живы! Куда? Пойдем. Сдаются они. Как так можно-то? Я не сдаюсь, они сдаются. Давай. Ты что, все это время здесь находился? Лейтенант! Стойте! Командир на подходе! Стою! Так, слушайте. Рота Чарли под обстрелом у церкви. Им нужны патроны и поддержка. Пошлите к ним отряд. Сэр, мы и так рассредоточены. Это приказ! Есть, сэр. Джипы возьмем, но нужна танковая поддержка. Да, план такой. Берез! Что? Он пойдет за тобой с отрядом. Не Хорошо. Поступил приказ от Коллинза. Идем на запад с 11-м. Черт побери. У парней время на исходе. Помощи не будет. Берите джипы и вперед. Живо! Окей. Чарли завязли в дерьме по уши, вытаскиваем их мы. Вперед! Поехали. Так, цель изменилась. Как ехать в Марини? По этой дороге следующая деревня. Давай, 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 давай. Впереди поворот, полегче! Дорога разделяется! Ой-ой-ой. Следите за отступающими краутами! Они пойдут прямо по роте Чарли. Я даже не знаю, как я правильно еду-то. Дороги-то нету. Одно направление. Ой-ой-ой. Дэниелс, там крауты! Да подожди. Правее! На! Панцеры! Осторожно! Проскочили. Мы под огнем, нужна поддержка! Почти прибыли! Газуй! Ничем не могу помочь, простите. Давай. Тихо. Ну, я думаю, правильно еду. Мое мнение. Такое. Усман, держи руль. Я за пулемет. Сейчас. Пошли врага. Впереди машины краутов. Не. Долго не выдержу. Чарли надеется на нас. Поехали. Так вот. Вижу окно. Держи. Там враг. Кто из справа? Блин. Впереди, бей по нему. Давай. Почти прибыли. Рота Чарли вон в том доме. Куда? Они уже в доме. Еще враги. Тихо вы. Не тормози. Блин, как они в нас не попали-то еще? Они отходят! Зачисти остальных! Занять позиции у дороги! Подожди! Еще чуть-чуть! Все чисто! Все? Собраться! Лучше так не встречаться. Так. Смотри, не влюбись в меня, Мерфи. Спасибо, что вовремя появились. Че у меня с оружием? Он отдал приказ. Ладно. Уже поздно двигаться дальше. Похоже, у вас есть отсрочка. Простите, сержант. Да? Но разве за этими зданиями не сидят крауты? Может, нам поискать место получше? Ты прав, рядовой. Закажи нам номер в Рице. Сэр. Да без проблем. Он просто боится. Подумай о своих проблемах. Как ты со своей раны будешь держаться завтра? Я в порядке, сержант. Дэниелс, присмотри-ка за ним.
Опаснее врага может быть только гордыня. Ох, какие слова-то! На рассвете займем Мариньи. Займем. Займем! Не могу поверить, но Цусман снова с нами. Он отлично держится, учитывая весь этот чертов прорыв через Бакажи. Пожалуй, Пирсон мог бы обходиться с ним помягче. Но, увы. Подвиги совершено. 0 из 3. Я даже не знаю, тут, оказывается, подвиги есть. Ну что ж, на этом все. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, оставляйте ваши комментарии. Ну и увидимся в следующем видео. Пока!